Заседание в онлайн-формате открыл председатель Акмолинского областного филиала партии «Нур-Отан» Аким области. Ермек Маржакпаев отметил важность выполнения поручений Касым-Жомарта Токаева, озвученных на 21-м съезде партии «Нур-Отан». Нужно понимать, что дальнейшая жизнеспособность партии зависит от того, в каком объеме будут выполнены предвыборные обещания. Мое убеждение, отмечает лидер партии, лучше не выдавать на гора кучу обещаний, оторванных от реальности и заведомо нереализуемых. Лучше меньше да лучше. Нужно исходить из реальности. Именно поэтому партии совместно с правительством и акиматами предстоит провести полную ревизию исполнения предвыборных обращений, отмечает председатель партии. По поручению главы государства осуществляется перезагрузка партийной фракции в Мажилисе. В настоящее время группа депутатов в рамках 10-дневной рабочей программы посещает регионы Акмолинской области, где проводит встречи с населением. В настоящее время на территории Акмолинской области общественные советы достойно выполняют свои функции, обеспечивают тесные связи с негосударственными организациями, другими общественными объединениями, вносят большой вклад в решение актуальных проблем акмолинцев. Партия должна не копировать работу государственных органов, а устанавливать и исполнять собственную идеологию. Речь идет о разграничении функций государственного аппарата и партии. По второму вопросу повестки дня на заседании Политсовета были избраны делегаты на 22-й съезд партии. Таким образом, 28 делегатов из Акмолинской области примут онлайн-участие в политически значимом собрании. Сания Кубжасарова, Жансу Женхол, Жерсу Номерзак, Кокше, Ахпарат.